Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я делаю такой домашний влог. Он будет не очень длинный. Я недавно приехала с практики. Я прохожу сейчас практику в детском саду. Сейчас у меня уже пошла вторая неделя. Ну, практически вторая, потому что я болела и не все дни ходила. В общем, пошла фактически вторая неделя практики у меня в яслях. И завтра я буду подменять преподавателя, ну, в смысле воспитателя, в эстонской группе, и там нужно будет все разговаривать. Ну, в общем, с детьми разговаривать на эстонском языке. И придется вспомнить свой эстонский язык. Так что, надеюсь, все пройдет нормально. А пока я буду делать вафельные трубочки с вареной сгущенкой внутри. Я знаю, что это очень не диетическое, но как-то мне захотелось сделать эти трубочки. И я вам покажу, как их делаю я. Так, значит, вафли я буду делать в такой вот вафельнице. Она очень-очень старая, просто с каких-то там советских времен. Выглядит она вот таким вот образом. Для приготовления теста нам понадобится 200 грамм маргарина, 1,5 столовой ложки сахара, потом 3 яйца, 0,5 стакана молока и 1,5 стакана муки. В общем, все ингредиенты я напишу под видео, чтобы вам было удобнее. И, соответственно, нам понадобится также подсолнечное масло, чтобы протирать саму вафельницу, и посуду для смешивания всех ингредиентов. И хочу сказать, что трубочки у нас получится сладкие, поэтому соль я не добавляю. И если по желанию, то можно вафелики наши начинить или какими-то взбитыми сливками, кремом, или, как я, вареной сгущенкой. Вот я уже купила вареную сгущенку. Не знаю, сколько мне понадобится, поэтому я взяла две таких баночки. Это уже покупная, как я уже сказала, вареная сгущенка, но вы можете также ее сварить дома сами. Для того, чтобы маргарин был более мягкий, чтобы было удобнее его размешивать и растирать, я его подогрею немного на плите. Значит, сюда я уже добавила маргарин, сахар, яйца, молоко. Сейчас добавлю 1,5 стакана муки и все буду тщательно перемешивать до однородной такой массы. И пока у меня греется моя вафельница, я сейчас подогрела за чайник, и я буду пить чай. У меня в последнее время я пью такой чай от Greenfield, он с манго. Честно говоря, это вот белый, кстати, чай. По мне, что белый, что зеленый, это как-то одинаковые. И если, может быть, я, конечно, не понимаю в чаях, то напишите, пожалуйста, что значит белый чай. Я его пью уже на протяжении последних 2 месяцев, наверное, 1,5 месяца. И он мне уже настолько надоел, что просто даже на него смотреть не могу. Но поскольку остался только у меня пока этот чай, купил его сейчас я именно этот. И кружка у меня такая с цыпленком. Очень такой милый. Мне его подарил любимый на День Святого Валентина. Очень такой забавный цыпленок. Так что всем приятного чаепития. Кто собирается пить чай или кто кушает, всем приятного аппетита. В этот раз тесто у меня получилось не такое, которое получалось у меня всегда. Видимо, из-за того, что я видео это, в смысле, мои вафельки снимаю на видео, наверное, я как-то слишком уж перенервничала, поэтому я не додержала маргарин, и поэтому здесь вот видно такими кусочками, он еще не разошелся. Хотела я поставить все это тесто на водяную баню, думала, тогда маргарин немножко как, ну, подтает. Все равно он не тает. В общем, смесь должна получиться вот такая вот, конечно, без комочков, без всего такого. Но это у меня маргарин не расшедшийся. Чем жиже будет смесь, тем
легче будет вам ваши вафельки сворачивать в трубочку. Так что, надеюсь, вы мне простите эту мою первую оплошность, хотя у меня всегда тесто получалось очень-очень хорошее, но что-то в этот раз меня мое видео и мои вафельки подвели. Свою болтологию и кулинарию, поскольку моя эта кулинария заняла очень много времени, и, скорее всего, монтировать я буду, когда видео, то тоже видео будет не очень короткое. Так что я в таком вот переднике, и вся красная, потому что здесь очень-очень жарко из-за этой вафельницы. У нас уже 5 часов, где-то, наверное, 5:30. Так что всем приятного дня, остатка дня, приятных следующих дней, поскольку в ближайшее время я пока влогов снимать не буду, пока нечем снимать, потому что я, как я уже сказала, на практике, и на практике я буду до конца этой недели и еще 2 недели, то есть весь март у меня такой практический в садике. Так что всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился мой влог. Не судите строго за мои трубочки, за мое тесто, поскольку я не знаю, что с ним случилось. Скорее всего, это другой рецепт. Я предыдущие мои трубочки делала не по нему. Так что, но все равно я напишу все ингредиенты под видео. Так что ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, если вам понравилось такого рода видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли мне снимать еще влоги, или что вы вообще хотели бы видеть на моем канале. Оставшиеся запросы я, конечно же, помню, и в ближайшее время их, конечно же, отсниму. Может быть, не в ближайшее, но тогда, когда у меня будет свободное время. Всем спасибо большое еще раз за просмотр, и всем пока!